В «Газпром» добыче на дым состоялось совещание руководителей предприятия и его филиалов. О главных итогах мая рассказал генеральный директор Сергей Меньшиков. И вот какие темы прозвучали. Результаты экологического аудита, выполнение планово-производственных показателей, формирование планов, текущих ремонтов, прохождение паводкового периода на Баваненковском месторождении и другие. Особо рассмотрели перспективы расширения использования газа в качестве газомоторного топлива. О том, что сделано в этом направлении, доложил начальник транспортного отдела Юрий Швецов. Работа шла по трем направлениям – обучение персонала, переоборудование автотехники и реконструкция производственной базы. Как заметил Сергей Меньшиков, если в стране на эти цели используется более 5% высокотехнологичного газа, то такая страна считается развитой. Перед обществом «Газпром добыча на дым» стоит задача такая, что в течение до 2017 года мы должны переоборудовать 70% всего автопарка, который существует в обществе. Это достаточно большая глобальная задача, потому что она тянет за собой не только покупку, приобретение, установку газобаллонного оборудования на автотранспорт, но еще и создание целой системы. Это гаражи, стояночные места, это сервис, это обучение людей, это, опять же, испытание газобаллонного оборудования. Вот. Ну и, соответственно, это развитие мощностей заправочных, как на территории города Надыма, так и на территории поселка Пангады.